Мозичко! Говорит и показывает Лига. Я приветствую вас со всей силы. Мы продолжаем проходить Dying Light часть 2. Докладываю, в прошлой серии мы пришли на базар, мы познакомились, пообщались с местными жителями, понахватали немножко побочных заданий и нечаянно я убил козу. Но так вышло. Как так вышло, можете посмотреть по ссылке в описании. Сегодня мы будем продолжать исследовать город, сходим на ветряную мельницу, может быть отрубим пару бошек, паре зомбей. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, теребоньте колокольчик. Приятного просмотра, мы поехали. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Так. Знаешь, лучшие вечеринки всегда в центре. Ты со мной? Туда мы и отправимся. В центре. У меня есть план, как туда попасть. Я все расскажу на месте. Жду тебя на крыше, у главной станции метро. Подожди. Ты немножко нарушил наши планы на сегодняшний день. Я хотел сходить до ветряной мельницы. Вот сюда хотя бы дойти. А еще я хотел ночью пробраться в магазин. Но почему-то, блин, ты лезешь со своими тупорылыми заданиями. Ладно, на мельницу мы все-таки сходим, посмотрим. Кстати, где она? Вот там. Интересно просто. Добрый вечер. А, ты адекватный, да? Да, ты адекватный. Мы не будем отрывать тебе голову. Так, и вот туда нам надо забраться. Зачем? О, смотри, штука ездит. Это лифт? Блять, и все. И как туда залезть? И зачем? У меня два вопроса. Как и зачем? Мы еще и хрен допрыгнем туда. А, ти-ти-ти-ти-ти-ти, нет, не допрыгнул. Блять. Ты краев не видишь, что ли? Возможно, отсюда запрыгнем. Правда, не знаю, нахрена мы это делаем, но сейчас глянем. Может, нам что-то дадут за это. Веселое, прикольное. Оп! Да ты баран тупорылый, ты чё, блядь, не цепляешься-то? Ну? Мне надо, понимаешь? Надо! А ему похуй, что мне надо. Может, на этот, на грузик надо зацепиться? Нет. Я все, мои полномочия, все, я не знаю, как туда залезть. Нет, ну должен быть способ, подожди, мы просто так не сдадимся. Ты заебал. Ты че такой каличный? О, подожди, а это что такое? Ох, ни хрена себе! Вот это подкинуло, ну-ка давай. Прикольно. Так, теперь бы отсюда не упасть. Запустить ветряк, давай. Санчо Панса приз получен, спасибо. Это мы, наверное, открыли сейчас еще одну безопасную зону. Вангую, так оно и есть. И у нас там еще добавили очко навыков. Круто. Вас, по-моему, кто-то из Ubisoft укусил, разработчики. Есть у меня такое ощущение. Аванпосты давай еще будем отбивать. Активируя ветряк, вы создаете вокруг него безопасную зону и место для отдыха, защищенное светом.
Активированный ветряк превращает находящиеся поближе бесхозные сооружения в сооружения фракции. В этих зданиях появляются торговцы, а также будут предлагаться новые задания, испытания и дополнительный источник УФ света по ночам. Природа сооружений фракции зависит от того, кто контролирует район. Если вы еще этого не сделали, вы должны передать объект миротворцам или выжившим. От этого зависит, какие люди и задания там появятся. Пиздец. Где наш сраный бинокль? Новое место. Сброшен армейский груз ТНВ, я понял. Что еще интересного есть у вас? Ветряк береза, хорошо. Ну там что-то выжжено все нахрен. Не уверен, что хочу туда. Убежище ночного бегуна. Я вас понял. Тихо. А этот что-то дом какой-то из говна и палок. Это тоже ветряк. Еще один ветряк, да? Где? Нет, стоп, где-то вот здесь что-то почти навелось. Блять, ну вот же. Где-то здесь наводится. Ой, ладно, в очко вас. Это мы уже нашли. Ну все. Так, что дальше? Так, дальше у нас тут есть ночевальня. Это у нас... в лавке... Что это такое? А, территория выживших. Лавка, понял. Здесь тайник игрока, хорошо. Здесь. Если принять это задание, сразу наступит ночь. Нихуя себе. Я вас понял. Ну, давай примем. Посмотрим, что там. А у меня параплан есть? Вроде как говорили, будет параплан в этой игре. Попробуем, сиганем с крыши. Блять, не уверен я, конечно, но... Может, его надо, чтобы выдали? Ну, я хуй знает. Давай попробуем. Где параплан? Параплан, блядь, параплан! Нету параплана. Мы умерли. Насмерть. Возродиться, конечно. Что ночные бегуны построили эти ветряки? А, так, господа хорошие. Ты торговец, да? Иди сюда! Так это ж скриптонит, смотри. Отвечаю, скриптонит. Молоток у тебя тут хороший есть, да? Но по сути больше нихуя и нет. Продать что-нибудь можно тебе? Продать деньги за деньги? Интересно. Ладно. Не буду этим заниматься. Так, у нас тут дополнительно есть штуки, которые мы сейчас возьмем. Давай сюда. Да. Возьми, пожалуйста. Не дает, вот сука. Жадина. Да, хочу. Спасибо. А это что? А, ну это мы уже смотрели все. А, при том, что скин для параплана я выбрать могу, а самого параплана почему-то нет. Чувак, удивительно, видела, и поразительно. Ты лез на ту штуку? Да, ты видела, как я ёбнулся оттуда. А, да, куда ты, ёбаный дурак? Сука. Блядь, да ты камикадзе какой-то, ты что творишь? Я этого не делал. Он сам. Я не знаю, что сейчас произошло, но он дурак. Больной нахуй на всю голову. Похоже, у нас теперь есть безопасное убежище. Так, а лифт у нас есть? А то что-то как-то опасно тут ходить. Так, мы хотели вот сюда. А, еще мы хотели вот сюда попасть. Стоп, да, мы хотели зайти полутать в ночью магазин. Значит, что, нам надо сейчас переночевать и сходить. Да, точно, пойдем. У меня крыша течет. Где ночевальня? Если снова пойдет дождь, меня просто зальют. Я хочу попробовать лутануть магазинчик. Возможно, получу пиздюлей. Два раза с крыши ебанулся. Пипец.
ваш иммунитет начинает снижаться ночью. Это хорошо, то есть это плохо. Стоп, подожди. А, мне нужна. У меня тут есть интересные грибы. Выбрать. Так, подожди, а грибы? Грибы мы можем вот так вот. Давай поставим грибы. Теперь я чувствую, как я устал. Ну так вздремни. Теперь вот так. Вот сюда сделай, спасибо. Вот сюда поставим отметку. Пойдем посмотрим магазин. Как спуститься? Спасибо. Блять, не сюда. Они меня со светом, наверное, спалят сразу, да? Они меня и без света спалят. Блять, уже спалили. Иди нахуй, дурак. Отойди. Какая разница, что со светом, что без света? Лучше уж тогда со светом, они один хрен палят. Так, подождите, молодые люди. Я бы хотел отсюда выбраться как-нибудь. Пошел нахуй. Так, ага. Магазин. Магазин где-то там. Там сволочь всякая. Опа. А вот это плохие ребята. Нам вон туда. Надо на что-то приземлиться, чтобы мне ноги не сломать. Там кричащая какая-то сволота. Ну давай на... Попробуем на тачку запрыгнуть. Отлично. Все, давай, давай, залазь, залазь, залазь внутрь, внутрь. Красавчик. Есть, так, темные пространства, заброшенные магазины. Темные пространства и заброшенные магазины — места, в которых можно найти ценную добычу. Днем в них полно зараженных, поэтому разумнее исследовать их ночью. Ну да. В заброшенных магазинах можно найти редкие компоненты, которые можно использовать в создании модификаций для оружия и других предметов. Темные пространства — лучший источник ценностей и денег старого мира. Обыскивайте их, если хотите разбогатеть. Я вас понял. Ну пойдем. Полутаемся чуть-чуть. Нихуя тут сколько всякого. Сказали вроде, что додиков тут не будет, а их тут нихуя себе сколько. Отошел. Отойди от меня. На. Давай, кто следующий? Лошарики. Вы выжили, что ли, пацаны? Молодцы, конечно. До свидания. Так, теперь давай быстро лутать, пока еще не понабежали. Так, у нас, кажется, проблемки. Давай грибок ебанем. Так, нам маленько полегчало, это хорошо. Но не настолько, чтобы прям очень. Блять, времени мало осталось. На втором этаже какая-то хорошая штука, да? Блин, я думал, тут прям пипец, какие пушки лежат в этом магазине, а тут такого ничего особенного-то и нет. Так. Что такое? Грузы. Так, по-моему, пора валить. Ну хватай, хватай, что ты стоишь, смотришь на нее? Нам уже сваливать отсюда пора. Иначе мы подохнем. Что еще у нас тут есть? Вот здесь еще что-то зелененькое.
Сиги, давай. Да слышу, я слышу. Я понимаю, что нам пиздец, но... Че мы сюда? Зря пришли, надо плутать по максимуму. И сваливать. Так, вроде все, да? Вроде да, здесь... А, это дохлые мужики, ладно, хуй на них. Все, валим энергично, быстро отсюда. Подожди, нам нужно. Вот, стоп, вот здесь рядом безопасное место. Прямо вот где-то за мной. Практически вот здесь. Ну, не сдохни, ну! Твою мать. Так, так чуть лучше. Давай, где труба? Давай, друган, ты сможешь. Давай, 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 давай. Есть. Перекур. Красиво. А, мне вон туда. Ничего страшного, ноги сломал, это нормально. Ну ты запарил-то, Калич. Рахит, блин. Все нормально, мы выжили, мы дошли. Хорошо. Блин, в первой части такого не было. То есть ночью он спокойно переживал. Что это такое? Подобрать, давай. А нам переночевать бы тут теперь как-нибудь? Или так не получится? Ладно, давай сейчас, где у нас ближайшая зона? Вот сюда добежим. И там уже задание рядом. Да, так мы сейчас и сделаем. Погнали туда. Ноги сломаю, точно. Ёба, народ. Полечиться, что ли? Вон там, по-моему, вход, вон там светится что-то. Отошел! Хоть кому-нибудь втащить, а то что я как лох. А, кстати, я же там очко навыков заработал, надо его использовать. Открывай калитку! Ну все, нормально, можно переночевать. Спокойно. Неиспользованные очки навыков, давай глянем. Очки паркура. Что у нас есть? Не теряйте скорость при падении, сократите полученный от него урон. Неплохо, конечно, это что такое? Если у вас закончилась выносливость, вы сможете подтянуться за уступ последний раз. Также вы сможете хвататься за уступы, падая с большой высоты. Да, вот это хочу. Все, баиньки до утра. Чё там? Доброй ночи и удачи, спасибо. Вам тоже. Ходят слухи, что ренегаты собираются напасть. Так, теперь мои задания. Так, это сюжетное. А, по карте, что у нас здесь? Вот сюда я еще хотел заскочить, посмотреть, что здесь. А, типа сразу тоже наступит ночь, там писали, да? Ну, давай посмотрим. Держись подальше от химикатов, братан. Как это скажешь. Давно разъедает до костей. Я понял. Цивилизация. Сестра.
куда-то сюда. Надо почаще встревать во всякие драки, но оно как бы... Будет боевка прокачиваться более-менее. Отошел от меня. Ай, я хотел через тебя перепрыгнуть и тому корешку ему втащить. Что-то не получилось. Опа. Господин, у вас шея отломилась. Деньги есть, а если найду? Правда, нету. Так, что у нас тут? Давай смотреть немедленно. А, вот эти орут, наверное, к ним. Кто кого любил? Полуночные истории. И исследуя город, вы будете встречать персонажей, отмеченных значком восклицательный знак. Это ночные истории, задания, которые лучше всего выполнять ночью. После взаимодействия с персонажем нажмите крестик вниз, чтобы промотать время к закату солнца и немедленно приступить к заданию. Ну давай. Все в порядке? Ваши голоса слышны за милю. Тебе какое дело? Мне жаль ее. То мне, если честно, вообще похуй. Пожалей лучше Теодора. Ты его найдешь, иначе... Моника, может оно и к лучшему. Не говори мне, что лучше. Я повторяю. Живо иди и найди Теодора. Брось. Ты правда этого хочешь? Считаешь жизнь на Земле ад? Я тебе устрою настоящий ад, если с Тео что-нибудь случится. Кто он такой вообще? Кто такой Теодор? Теодор – главное уёбище на всем базаре. Ему место в тюрьме миротворцев. Иди нахуй, Уилл. Он мой парень, не твой. Я не понял, так, что у вас происходит. Что ты имел в виду, говоря это к лучшему? Ага, расскажи ему, Уилл. Я не мог смотреть, как этот урод клеит сестру и... Уилл заманил Теодора в темную зону, а теперь он пойдет и вытащит его оттуда. Моника, стой. Ты же пилигрим, да? Там полно химикатов. Черт, да и Теодор наверняка уже мертв. Хочешь, чтобы я тоже умер? Даже если я смогу найти его, урод просто меня убьет. Пилигрим, ты не мог бы вытащить этого козла? Прошу. Но ты же сказал, что если он выберется, я думаю, за определенную плату мы договоримся с тобой. У меня нет выхода. Это не все. Я беременна. Узнала об этом утром. Тео еще не знает. Ого. Ладно. Я попробую что-нибудь сделать. Он живет. Господи, какие страсти! Метров 200 отсюда. Теодор должен быть на первом этаже. Дождись ночи. Так будет проще. Надеюсь, ему удалось спрятаться от кусак. И даже это не все. Я люблю Теодора, но он может быть опасен. Осторожнее. Но я будку ему снесу, да и все. 200 метров, ну 200 метров ночью. Блять, по меркам этой игры до хера, ну давай посмотрим. Получится у нас или нет? Да получится, а что не получится? Где этот Теодор ваш ебаный? Ай, у меня еще иммунитет снижается, блин. Зараза. Подожди. Это вот оно, да? Так точно. Блять, до хрена идти. Так, пока без фонаря. Это крикун. Ух ты, блядь. Где? Конечно, выживем. И не раз, но потом. Ты мне не нравишься. Не плюсь у меня, пожалуйста. Рядом контейнер с ингибиторами. Где? Вон там? Блять, ну там же Теодор. О, стоп, вон туда можно заскочить сейчас. Мне будет немножко лучше. Нужно не забыть купить мозг.
Фу, отлично. Так, контейнер с ингибиторами я хочу. А где он? Все уже нет, что ли? Где контейнер-то, блядь? Сказали, контейнер с ингибиторами рядом. Вы что, налюбили меня или что? Вот он. Где он? А, он внизу, да, где-то или нет? Это что за тварь? Да втащи ему, ты чё, блин, надо было придушить, мразь. Он чё, упер, что ли, ингибитор мой? Ну пиздец. Ну пойдем разберемся с мудаком. Заткнись нахуй. Сука, ингибиторы отдай. Блять, по-моему, зря я в это ввязался. Да мне уже как бы ингибиторы нахуй не нужен. Мама родная. Ингибитор, да нахую я видел ваш ингибитор. Все, нормально. Я думал, это будет как-то попроще. Думал, просто подошел, взял и ушел. Я так не играю, блин. Так, ну ладно. Остался без ингибитора. Пойдем Тореадора спасать тогда. Рядом контейнер с ингибиторами. Да иди ты нахуй со своим ингибитором. Хватит, блядь, уже взял один раз. Я тебе, блядь, дам. Я лучше метку возьму. Ингибитор, блядь. Так, отлично. Грибы это хорошо. И мак это хорошо. Ты вот серьезно сейчас, да? Где он? А где контейнер? Ладно. Не будем дрочить судьбу. Вот там этот мудак, да, спрятался? Ох, ни хрена там этих мразей сколько. Молодые люди, блядь. Какая-то скотина палит. Крикун. Нам совсем не нужно, чтобы он нас заметил. Слышь, кореш. Как туда поп... Блядь, а где? Блядь, не здесь. Отойди! Пошел нахуй. Так, нам как куда-то вот туда надо. Ну, есть. Вас двое? Это хорошо. Давай. Ой, я что-то это... Подустал. А голову ты дома не забыл? Как нам в школе говорили. А, где этот мудозвон? Как к нему попасть? Блядь, где-то должна быть дверь. Ну, с этой стороны ее точно нет. Блядь, и мне приходит пиздец потихоньку. Давай грибков наебнем пока.
Еще давай. О, здорово! Как дела? Пошел нахуй. Ого, сколько вас? Ого, сколько вас! Подожди, 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 перекур. Что-то я драл вашего Тореадора, блядь. Поганого. Еще грибок наебни. Где тут, как к нему войти? Должен быть где-то вход. Ну вообще показывает, что вход, блядь, где-то там. Не знаю где. Ебальник, не раскрывай свой только! Бля, а чё ты? Убей его! Не понял. Почему он не убивается? Ну ладно. Так, значит, где-то с другой стороны. Давай посмотрим там. Так, опять это крикливая мразота. У нас есть коктейль Молотова. Лови. Надеюсь, ты сдохнешь и не успеешь покричать, сучка. Не успел, да? Успел. Блять. Это сложнее, чем я думал. Отстань. Беги, беги, беги. Форест. Блядь! Ну давай. Здорово, я покурить. Они были такие красивые. Я все... Пошел нахуй отсюда. Каждая минута с ними того стоила. Надо менять тактику. Надо попробовать сейчас ушатать этого ублюдка. Блять, я не вылечился, что ли? Пиздец, ты долго лечишься. Надо как-то его обмануть. Или убить. Тореадор, сука. Рядом контейнер с ингибиторами. Иди в очко со своим контейнером и со своими ингибиторами. Он вроде где-то наверху показывает, да? Но я туда могу как-нибудь попасть или нет? А, блять, ну как всегда, все намного проще, чем кажется. Выживший обратился, это плохо. Ну можно мы вниз спустимся, блять? Спасибо. Подожди, навыки открылись. Так, очки боя, что у нас есть? Наносите врагам мощный удар ногой, когда падаете на них. Понял. Уворачивайтесь вовремя, чтобы оглушать врагов. Ага. Вот эту хочу. Ну и где этот упырь? Ёбана в рот. Еще и заражения какие-то. А как мне, блядь, пройти? А, хорошо, хотя бы так. Ты что ли, Тореадор? Или нет? Да
давай еще покурим маленько. А где контейнер обнаружили? Хер его знает, да? Я вас понял. А, так я мог оттуда войти, да? Давай, пойдем, быстро. Где контейнер? Наклонись, пожалуйста, спасибо. Ты контейнер. Четко. Так, это все хорошо, а где этот придурок? Да где ты его обнаруживаешь постоянно, я понять не могу. Дрочишь меня, блин. О, здорово! Я за тобой, за придурком. Меня прислали Моника и Уилл. Контейнер с ингибиторами видел? Лучше пусть съебывает! Когда я выберусь отсюда, он труп! Подожди, успокойся. Я его блядские кишки намотаю на его блядскую башку! Вообще-то... Моника беременна. Походу, он не вернется. Постой. Что? От тебя. Подожди. Хочешь сказать, что я буду... Ты будешь папой. Папой отморозком. Ебать мой хуй! Это великолепно! Это просто чудо! Замечательная реакция. Чего ты сразу мне сказал, а? Я собирался, но ты был немного взвинчен. А что, если ребенок не один? Если это двойня? Или тройня? Как тебя зовут? Будет мальчик? Хочу назвать в твою честь. Блин, не знаю. Сам решай. Ну, сам решай. А теперь уходи отсюда. Моника ждет. И Уилл, он хотел извиниться. Не нужно извинений. Он шутил. Парни часто так делают. Ничего страшного. Да, ты парни мы такие. Шутишь, шуточки на грани смерти. Ты дядю моего ребенка? Зачем мне это делать? Пойду сделаю предложение Монике. Мы не женаты. Болтать начнут всякое. Люди иногда такие жестокие. Ну ок. Так, а где контейнер с ингибиторами? Я вообще-то за этим тоже сюда шел. Вот эта штука. Ага. Вот это он и есть. Четко, заебись. Отлично. Так, ну теперь надо отсюда как-то стриснуть. Что-нибудь еще тут можно подобрать годного? Подожди. Бабосики. Сразу как-то поплохело резко. Он живу... Оно живое? Было. Опа, какую-то инструкцию подобрал. Надо посмотреть. Может, что можно крафтануть? Что тут еще у вас есть? Главное за таймером следить. Эту, блядь, лыжи натяну здесь. Будет не совсем хорошо. Все? А вот еще какая-то штука. А, это я забыл подобрать. Блин, у меня оружка ломается. Вот это плохо. Так, выходить мы будем обратно через крышу. Почему? Потому что безопаснее через крышу. Ты встал, что ли?
Я бы на том месте этого не делал. Вот лежал спокойно, подыхал. Вот тебе надо было сюда идти. Давай. Иди, втащу тебя. Так, теперь нам надо до ночевальни добежать. Где у нас ближайшая ночевальня? Ну, здесь мы можем просто перекантоваться, подзарядиться энергией света, силой лебедя, и бежать дальше. Так, это тоже ингибитор, да? Сука. Сейчас убегать будет. Петушара. Ладно, попробуем поймать его. Стоять, мразь! Бегун пойман. А, это был бегун. А, я думал, он с ингибитором с моим. Паскуда. Ладно. Блять, ну нам, в принципе, что туда... Что сюда примерно одинаково. Ладно, побежали уже на ночевальню. Думаю, добежим, ничего с нами не случится. Открывай ворота. Я недавно нашла какие-то странные кассеты. Не нравится мне что-то. Так, удерживайте, чтобы узнать текущую цель. Да, блядь, я знаю текущую цель. Отстань. Я, короче, вычищаю. Мне надо очень быстро переночевать. Если вы не против, конечно. Там уже осталось 5 минут до утра. Ну ладно. Прикольное задание. Не сказать, что оно сложное. Просто долго тупил, искал вход. Ну а так, да, интересно, весело. Какую-то плюху нашел. Так, теперь по чертежам. Сказали, что у нас есть чертеж. Новый. Или нету? Налюбили, что ли? Я ж вроде находил чертеж. Да, блять, подожди, где спуститься? Я скучаю по отцу и по его рукам стрельбы. Давай торговать. Я могу тебе продать, допустим. Давай, вот это продам тебе. Есть. Что за штука? А, это которые по предзаказу давали, я понял. Это расходник какой-то. Ну все тогда уже. Наверное, пока все. Пылевой фильтр. А где его взял? Оставим. Стоп, 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 подожди. Старая инструкция. Уникальные ценные вещи. Со смертью большинства людей знания о производстве и машиностроении практически утеряны. Эти драгоценные руководства и инструкции содержат важнейшую для сохранения технологий информацию. А, так подожди, это, наверное, надо... Где мастер? Попробовать мастеру и толкнуть, а нет, у него только улучшать можно. Я хочу что-нибудь новое. Искра. Давай улучшим. Нельзя почему-то. Ничего нельзя улучшить? Ну ты чмошник, блин. А, стоп, а купить, купить, купить. Ультрафиолетовый факел. Блин, полезная штука. Он бы меня выручал. Давай возьмем, попробуем. Так. Огоньку хочу поддать тоже. Для основы ядовитая. Рукоять. Ужесточение. Утяжеляет ваше оружие, увеличивая его урон. Давай. А, так, хорошо. Что теперь с этим делать? Интересно. Человек. Давай разбираться. Так, вещи.
Ну, допустим, есть у меня штука. Прочность на нуле практически. Здесь тоже прочности нет. Давай выбросим. Что у нас есть? Вот новая штука. Изменить. Огонь. Есть такое дело. А здесь на древко ничего нету. Здесь уже стоит огонь. Я понял. Так, и я могу теперь улучшать это. Теперь я могу у тебя улучшить огонь. Но у меня, наверное, не хватает штук. Так, еще вот это я могу сделать. Ага. Ну, понятно, все. Давай сейчас ультрафиолетовый факел мы быстренько соорудим. Ремесло. Да, отлично. Вот оно у меня есть. Создать. Хорошо, давай еще аптечек наклепаем. Штук 5, думаю, будет достаточно. Есть. Так, это что такое? Метательный ножик. Хочу. Десятка нам хватит. Ну или 15. Отлично. Ну я теперь особо опасен. Вещи. Так, теперь ножики здесь лежат. А что такое? Мясная приманка. Нахуй она мне нужна. Кусок кровавого мяса, который привлекает кусак и разносчиков. А, это если что, их можно будет отвлечь этой штукой. Это что такое вообще? Бросить, чтобы создать шум и привлечь внимание врагов. Понял тоже. Хорошо. Так, теперь ты. Давай торговать. Продать. У меня много всякого говна тут накопилось. Разное. На. Все продать. Консервы. Пусть выжившие находят... Блять, ну это же бесполезные, я так понимаю, штуки. Бухло какое-то. Надеюсь, что они бесполезные. Ну, драгоценности явно нам нахуй не нужны. Ладно. Все. А, еще момент. Хотел одеть маску. А, он уже одел. Красавчик. Все, погнали. Ну, теперь можно сходить на основное задание. Маленько походили, побегали, посмотрели, что тут как работает. Они тебя избили? А, слегка. Хуже всего то, что они забрали все мое снаряжение. Так. Чё стоишь, блядь? Зомбаря видишь? Надо убить. Ура, ваше оружие вот-вот сломается. Поищите новое. Ну как сломается, так поищем. Кто это орёт? Тут не на что смотреть. Да понятно, теперь не на что. Там кто-то оперу распевает. Надо будет потом сходить глянуть. Кто это делает? Идите нахер. Вроде бы Харви говорил, что это нужно сюда. Или нет? Ты издеваешься? Хуйней какой-то занимается, сидят. Придержи лошадей. Сходи поешь, поиграй с зараженным. И сюн свой подергай, сходи. Здравствуйте. Чувак, пить-то как хочется. Сходи попей. Что я тебе могу сказать? Здорово. Хакон. Ты карабкаешься даже лучше одной моей чокнутой знакомой. Черт, та еще была штучка. Даже хотела залезть на самое высокое здание в городе. На телебашню. Ты про одну из своих жен? Почти. Слишком вспыльчивая. Даже для меня. Что насчет прохода в центр? Смотри. С этой крыши отлично видна база миротворцев. И? Миротворцы правят городом. Они наверняка так думают. Вот для чего им нужна униформа и звание. Вместо погон у них тату, они просто одержимы иерархией. Но городом они не правят. По крайней мере, не всем. Кто правит другой частью? Полковник. Ренегаты. Здесь ты их не встретишь. Пока что. Значит, ты привел меня сюда посмотреть на миротворцев?
Миротворцы, твой билет в центр. Я говорил, что попасть туда можно только через метро. Да, что-то говорил. Я пойду первым и отвлеку их от платформы. А ты тогда войдешь на техническую станцию. Там есть шлюз. Через него мы и отправимся в Central Loop. То есть мы не можем попросить их нас пропустить? Без шансов. Любого нового человека они тут же подозревают в убийстве их командира. Меня они знают. Я торгую с ними. Приношу лампы от девочек или товары из темных зон. Там могут быть зараженные. Думаю, ты справишься с ними, Пилигрим. Да говно вопрос. Дай знать, когда будешь на главной станции. Хорошо. А теперь тебе лучше поспать. Выходи ночью. Да не хочу я ночью. Зараженных. А, ну если так, то ладно. Что у нас там по времени? Ух, блин, уже почти целый час рубимся. Они что толком не сделали? Ну как что толком не сделали? Походили, пообследовали. Кого-то съели из наших? Как он? Там тварь, которую я никогда раньше не видел. Как выглядит? Как моя бывшая. Не очень большая и очень быстрая. Похоже, бегун. На них можно найти немало интересного. Чтобы его поймать, нужно быть отличным охотником. Или иметь двухстволку хотя бы. Сейчас самое время, Эйден. Иди в туннели. А, я же шлепнул одного такого бегуна. Тогда мы уже продолжать будем в следующей серии. Пойдем в туннели и в метро. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, то в комментариях пишите. Лига сюда. С вами был Лига. Всего хорошего!